вы знаете, я сегодня не хотела влог вести. Привет всем. Думаю, отдохну. А потом хожу, вот так сейчас, Чарли, хожу, гуляю, думаю. А рука так и тянется к камере. Камеру я не взяла, снимаю на телефон. И это какая-то зависимость уже, что ли, я не пойму. Я камера зависимой стала, что ли. Думаю, сниму. Ничего страшного. Так что у нас наша рутина. Ну, это типа воскресенье у меня сегодня, да? Нет, даже не воскресенье, понедельник. Потому что по понедельникам я хожу. Вот тут в городе, в черте города. А по воскресеньям я езжу на пляж гулять. Вот. Ну, я сегодня без машины. Ой, господи. Мне здесь, знаете, что не нравится? Они вот встречаются около дороги. Это очень опасно. Потому что начнут играть и выбегут на дорогу. Так вот, мою машину вез муж, чтобы проверить там масло, воду, все дела. Потому что я этим не занимаюсь, в принципе, я и не понимаю. Нет, я знаю, куда воду наливать, как масло проверять. Естественно, я все это знаю. Ну, зачем мне это делать? Вот. Погода замечательная, но, как всегда, жара на улице холоднее. Ой, дома холоднее, чем на улице. Я просто иду вот так между дорог. Сейчас верну в парк, там парк у нас. И пойдем по парку. Иду, планирую покушать что. Кушать хочется что-то такое, знаете. Ой, сейчас. Супчик какой-нибудь или... Ну, что-то жиденькое. И я тут надумала, у меня там немного капусты есть. Сварю щи с капустой. Вкусняцкое давным-давно не делала. Я все варила бульон. Типа испанский. Ну, не типа испанский. Но его легче и проще. Но сегодня, так как я свободна, сделаю щи. Так что вот такие у нас планы на сегодня. Ой, поругалась всласть. И что вы думаете, он мне ответил? Не знаю, надо с шефом поговорить. А мне еще, знаете, что понравилось? Стоит 3-4 человека, и я его крою при них. Вы, говорю, вы совсем оборзели. Ой, у вас там что, дом, квартиры? Я говорю, ты знаешь, где мы живем, где? Ты вообще представляешь, что такое Соловринья? Там, говорю, гора, там тут дом, через метр еще дом. Я говорю, там по крышам забраться можно. Да, ну вот, мы же не можем пойти. Я говорю, ну, чтобы это говорить, нужно посмотреть хотя бы, как, что и где. Я говорю, ну, ко мне никто не приехал. Никто. Ну, вот мы позвоним. Я говорю, да я с вами уже разговариваю целых 2 недели. Мы, говорю, и по WhatsApp с вами пообщались, и по телефону с вами пообщались, говорю. И дальше этого уже все, не идет дело. Говорю, возвращайте мне деньги, все, идите далеко. И надолго. А все остальные слушают, стоят. А он, ну не знаю, мне надо с шефом разговаривать. Мне надо, что они там тогда сидят? Мне надо с шефом разговаривать. Стоит как дурачок. Мне надо с шефом разговаривать. Вот эти вот, знаете, есть китайские игрушки, которые вот так лапкой делают. Так и он, как бальванчик, стоит. Мне надо с шефом разговаривать. Капец какой-то. Ну, я, как говорится, их покрыла. Я, в принципе-то, думала, знаете, ну просто... пойти поругаться и все разобраться, так скажем так. И мы сейчас ему будем звонить. Я говорю, спасибо, я уже с вами наговорила на телефон. В общем, продолжение следует. Мне даже уже самой очень интересно, чем же все это закончится. Ой, смех и грех. Все, бегом, жарко, все запарилось. Видео все никак не загрузится. Я его сегодня утром монтировала, но снимала дофига. Даже не знала, что я там снимала. Снимала все подряд. И потом вот сегодня сидела, вырезала, убирала, удаляла всякую фигню. В общем, и вот сейчас оно большое получилось. Ой, господи. С девчонками общаемся. А у меня тут щи варятся. Там у меня зажарочка, она уже заготовилась. В роботе сделала, чтобы ничего не резать. Вон. Ничего не пачкать там, пускай сделается. А тут у меня мясо варится. И картофелину одну кинула.
Меня всегда бабушка так говорила. В щах картошка не режется, в щах картошка толчется. То есть беру ковшик и вот так вилкой картошку, не прям вот, чтобы пюре получилось, кусочками такая, получается вот такая. А одна картошка всегда должна быть разваренная, чтобы придать как бы вот этот вот, как это называется, ну, чтобы густые были такие вкусные. Капусточки. Так, все, подождите, с людьми общаюсь. Капусточки нарезала. Капуста, оказывается, такая у меня хорошая, мягкая. Новая. Но у нас сейчас сезон капусты. Поэтому картошечка одна. Вкусная, сладкая. Я на диете. Конфеты все свои спрятала далеко-далеко. Все, мне теперь 4 килограмма надо худеть. Никаких конфет. Вот капусточка и буду питаться. А что делать? Жизнь такая. Ой, сладкоежка страшная. Как я переживу? Буду фрукты есть. А что делать? Ой, у меня там авокадо поспело много, кстати. Что бы из него сделать? Утром надо его с бутербродами хавать, правда? Ой, ну Таня, это у меня Таня разошлась. Ой, посуду перемыла гору, смотрите, целая гора посуды. Чай зеленый заварила. В общем, пока мясо варится, пойду чай зеленый попью. И ну, что еще там? Надо пылесосить, полы мыть и окна мыть. Блин, столько всего. Вот тебе и, пожалуйста, выходные, прикиньте. Нахер такие выходные нужны, когда пашешь, как лошадь. С учетом того, что я не люблю домашние дела, кроме готовки. Готовка пищи – это для меня отдых. Я вот целыми днями что-нибудь резала, что-нибудь готовила, кашеварила. И самое, вот люблю особенно готовить, знаете, что всякие тортики, всякие... Не люблю работать с тестом. С тестом, которое... дрожжевое. Вот, не люблю. Хотя, может быть, и люблю, просто тесто дрожжевого мало не сделаешь, а много мы его не едим. Всякие пирожки-то, конечно, и беляши-то я бы споела. Но нельзя. Поэтому я никак-то и не делаю. Я пекла и Пасху пекла, и пекла пирожки делала, и беляши один раз в жизни. Все по одному разу. Попробовать, и все. Больше ничего этого не делаю, потому что, ну, на двоих, на, кстати, конфетку смотрю. Все спрятала, одна конфетка осталась. Сожру же ведь. Вот. И с тестом как бы с ним возиться долго. А так вот всякие тортики, всякие бисквитики, крема. Все это люблю. Как готовить, так и есть. Ладно. Вот такие вот у нас пироги. Чай. Зеленый. Худеем. Я тут уже супчик ем, щи, смотрите, со сметанкой, какая вкуснятина. Хлеб с горчицей и смотрю свой любимый сериал. Так что всем приятного аппетита! Что-то я тудым-сюдым, а время-то уже 6 часа. Сейчас уже темнеть начнет. Пойду погуляю на свой страх и риск. Вроде бы как никаких петард не слышу. Но перед этим вспомнила белье. Надо снять. А потому что, когда я вернусь, уже будет темно. А когда только солнце садится, у нас начинает все сыреть. Влажность большая. И белье опять будет сырое. А еще дым. Все камины жгут. И дымище. И потом все воняет дымом. Ой, блин. Вообще мне столько стирки. Смотрите, все три веревки. Они грамм, не знаю, метра по три каждая. Наверное, больше даже. Не, больше. Метра по 4 каждая, в общем. И все заняты. И у меня даже тут на крючках мои труселя висят. Да-да-да, представляете, я тоже труселями пользуюсь. О, как бывает. Вот надо снять. Такое ощущение, что солнце еще будет полдня. Но это буквально минут 40 максимум. И все.
и будет темнотища. Ой. Цветочек вот сюда немного земли подсыпал. Гляньте, какого он вырос уже, вымахал. Мой Дед Мороз лезет. Вот видите, смотрите, там уже жгут камин. Видите, дым идет. Вот так вот все будут жечь камины, и будет вонища такая. Нет, мне нравится, как пахнет дымом и все такое, но когда белье пахнет дымом, не особо мне это нравится. Поэтому вспомнила. Хорошо, что вспомнила. Вот и ночь наступила, день прошел так быстро. Нам-нам. Завариваем себе чай. Релакс. Для хорошего сна. Сейчас я выпью чаю. Еще что-нибудь посмотрю, смонтирую видосик вам. И все, баиньки. Завтра последний день отпуска, скажем так, трехдневного. Ой, клиентки звонят уже. Можно завтра прийти? Я говорю, нельзя. Я в отпуске. Сосед бушует. Что-то там собака ему сделала. Он на него ругается. У него, походу, собака любитель поет. Все, отошел. Короче, собака любитель в мусорке порыться. Ой, он каждый раз как приходит с работы. Что-то у меня тут случилось. Тут сериал смотрю, свой любимый, как вы знаете. Ой, сегодня целую серию посмотрела. Так, и вот, собака любит поковыряться в мусорке. И, видимо, опять сегодня в мусорке он у него поковырялся. Слава богу, у меня Чарли такой едок, он у меня и есть-то не любит, поэтому как бы он ему мусорка, ему он на улице-то, если увидел где-то там еду, он ее не ест. И люди вот ему дают, вот родственники, допустим, ай, на тебе, он не берет еду. Он у меня не в меня, он у меня не в меня, он не в меня, он не любит жрать, не любит, он не любит жрать. Вернее, он любит, что мы едим, а у других не любит, да? Ты моя любовь. Так, что-то не начинается сериал. Ой, ладно, поставим. В общем, буду с вами прощаться до завтра. У меня завтра кое-что есть в планах. Ой, я так вымыла окна. Не смотрите, все какие блестят. Прям вообще загляденье. Кое-какие планы есть, так что подписываемся, чтобы не пропустить мои планы. Они, конечно, не грандиозные, я же не какой-то там президент. Но все же. Так что всем пока. Всем здоровья, любви. У кого-то, наверное, выходные. Удачных выходных. И до завтра. Say was to certain poor shepherds in fear.